Новая жизнь. Беседа 567. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рав. Доктором Михаилом Лайтман. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Яэль Лешет. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с равом Лайтманом на не очень радостную тему. Обычно беседы с равом Лайтманом полны тепла и любви и радости, но иногда в жизни есть вещи менее радостные. Постараемся понять явление, которое набирает масштаб. В Израиле это коррупция в полиции, в судебной системе и везде, куда бы мы ни посмотрели, мы видим, что это выходит за все возможные рамки воображения. И как можно построить нашу жизнь заново с помощью Рава Лайтмана? Яэль, пожалуйста. Мы уже привыкли к коррупции. Мы знаем очень многих людей, занимающих ключевые позиции и обладающих большим влиянием, которые были последствием судимы. И к этому мы привыкли, к тому, что человек для того, чтобы позаботиться о своих интересах, использует те или иные системы и действует в ущерб общественным интересам. Мы уже наблюдаем это в очень больших масштабах и видим, что все буквально рассыпается, идет какое-то общее загнивание. Если раньше у нас была уверенность в том, что полиция и суды смогут нас защитить, то сегодня мы понимаем, что и там уже тоже мы не можем полагаться на них. То есть это гниение общее. Мы видим, что наблюдается последовательность таких систем, когда все вместе принимают участие в каких-то событиях, и гражданин находится в ощущении, что некому обращаться, и есть люди наверху, которые двигают всем. В конце концов, моя уверенность, моя семья, мой достаток ничего не стоит. Это у меня могут забрать, никаких гарантий, и со мной возможно сделать все, что угодно. И на этой передаче мы хотим действительно понять это явление, понять его последствия, понять состояние, в котором мы находимся, понять ощущение отсутствия безопасности и уверенности. Есть ли решение у этого положения вещей, которое в нашем ощущении является уже полным отчаянием? Во-первых, что значит, что мы к этому привыкли? Привыкли? Я скажу, что значит привыкли. Когда говорят о новом инциденте, меня это уже никак не впечатляет. Это стало нормальным. Невозможно меня уже удивить больше. То есть, если ты был бы на его месте, ты бы поступал так же. Я не думаю. Хорошо, а что такое нормально для тебя? Если каждый день мы слышим, что человек в этой области украл, обманул, то в следующее сообщение такого рода я уже к нему готов заранее. То есть ты согласился с тем, что это нормально? Да. То есть и ты можешь так сделать, это нормально? Нет. Нет, совсем нет. А откуда ты знаешь? Я не вижу, что ты этому противодействуешь. Ты уже все опустил руки и сказал, хорошо, пускай делают. Я не чувствую, что у меня есть сила с ним справиться. Я чувствую каждую минуту себя еще более маленьким человеком. И вы больше и больше и больше с ним согласны, да. Как? Может быть, отчаяние — это более точное название. Отчаяние, никому нельзя верить, все уже продано. То есть все такие. Если все такие, что это общественное мнение, это общий подход. Я тоже такой. Нет, это нет. Это вы не хотите видеть, но это так. Это то, что я хочу вам показать, что вы такие же преступники, как и те. Нет. А если вы говорите, что это не преступление, что это так принято, я уже не удивляюсь, означает, что вы согласны с этим. Согласны, то есть вы уже находитесь тоже в этом же положении. Мне тяжело увидеть общественного представителя или адвоката, который обманывает клиента, или человека, который берет взятку, которая должна оплатить. Я вообще не вижу себя никак, ничего общего с ним. Почему я на него похож?
похожим. Потому что на его месте вы бы делали то же самое. Почему нет? А почему он больше или меньше вас? У него есть шанс украсть, он крадет. А у вас нет шанса. Нет возможности. Нет возможности. Мы должны понять, где мы живем. Общество формирует человека. Если не сегодня, то через полгода, через год вы будете такими, как они. И они не сразу же стали воровать. И обманывать общественность, и делать все эти вещи. Не сразу, а постепенно. Каждый другого подговаривал, давай сделаем так, давай сделаем, ничего страшного, пока они не погрязли в такой мафиозной коррупции, и они используют и народ, и государство в своих интересах. Так вы их оправдываете? Оправдываю. Я говорю, это следствие того, что у нас вообще есть в стране и в народе. Это следствие. Я не обвиняю их. Вследствие чего? Каждый на их месте делал бы то же самое. Нет здесь... Я не смотрю на кого-то из них, кто украл. Не смотрю на кого-то из них, кто обманул, что он предал государство или предал общественность. Нет. Я говорю о том, что все эти свойства предательства и лжи и воровства, в обществе эти свойства есть. И общество их формирует. И тогда есть такие представители общества, которые могут использовать больше, чем обычный человек. Ну что, обычный человек не крадет, владелец супермаркета не крадет, все платят, ты садишься в такси, он включает счетчик. О чем ты говоришь? Постоянно мы воруем понемногу, помногу друг у друга. Если есть возможность, как получить выгоду за счет общества или за что-то не заплатить. Постоянно. Каждый так думает. Так что вы хотите? Эти люди, которые своим сильным желанием и способностями достигли какого-то уровня, там они уже воруют в больших масштабах, чем обычный человек крадет. Так почему не 100% людей, которые занимают ключевые позиции, не коррупционеры? Ты просто не знаешь. Не может быть. Если такая атмосфера во всем, во всей стране, мы прошли уже этапы идеологов, идеалистов, которые были как бы не продавали себя, не продавали свое мировоззрение и постоянно были преданы своей политической линии, стране. Последним был Бегин, допустим, все. После этого все продано и все уже. Он был последним из могикан. Все. Все остальные. И он уже был, потому что нет выхода. Нет выхода. Общественность постоянно деградирует и деградирует и соглашается с воровством. Ты видишь? Что значит? Если вместо того вора, большого раввина или кого-то в полиции, полицейского офицера, если бы был обычный человек, что, разве он получил условный срок? Нет, он получил бы 10-15 лет заключения и с конфискацией имущества. А здесь так, 1 000 000 шекелей штраф и год условно. Ты не видишь, что и судебная система перед тобой так. Полностью уже... Даже нельзя сказать, все прогнивает, и это сам народ виноват. Мы, это еще один момент, может быть. Вы хотите сказать так, все общество загнивает, поэтому те, кто занимает ключевые позиции, ничего удивительного в том, что он также так делает. Я хочу спросить о простом человеке. Вы говорите, что сегодня нет людей, которые живут в государстве Израиль, которые не такие в том или ином виде? Нет.
Нет, потому что если это происходит по всей стране, как мы видим сегодня, это происходит со всеми, только у каждого есть разные возможности использовать все имеющиеся. Если бы можно было украсть, я бы украл. Если я нахожусь внизу, то я вот так живу, мне достаются какие-то крошки. Я понимаю то, что вы говорите. Это логично, но почему я чувствую по-другому? Почему я чувствую, что он плохой, а он нехороший? А я чувствую себя праведницей. Сказать почему? Вы им завидуете. Объясните. Что? Нечего объяснять. Вы знаете, что такое зависть? Ну, как-то связано с тем, что я чувствую себя, что я в порядке. Даже если я делаю что-то, это не такое уж... Вы не находитесь на их уровне, поэтому это ничего особенного. Уважаемые, все мы подчиняемся эгоизму, каждый заботится только о себе, за счет ближнего, ничего нас не беспокоит. Я вижу, как люди переходят через дорогу, как мы едем по дороге, как на рабочих местах, везде, где не думают только о себе, ни страна, ни правительство, ничего, им не важно. И таковы все. Нет такого, что есть воздух, я не дышу тем воздухом, я дышу другим воздухом. Есть люди, которые своей жизнью жертвуют ради других. Филантропы. Согласен. Согласно науке Каббала, есть до 10% населения Земли, которые такие, которые наслаждаются отдачей. От того, что заботятся о других. Есть такие люди, но это явление природы. Не то, что они хорошие сами по себе, а природа создала их таковыми, что они получают удовольствие от отдачи. Они занимаются общественной работой, гринписом, но они эгоисты. Их эгоизм толкает их так себя вести. Мы видим, как и Гринпис делает. Они готовы всех убить, лишь бы не портили зелень или какое-то животное. Я приведу другой пример. У нас использовался дома холодильник. Жена вызвала техника. Он починил холодильник. А вечером я вернулся домой и видел его рекламную карту. Рекламный магнит, и там было написано «Я праведник». Что такое «Я праведник»? Это значит, исследовали нескольких профессионалов в разных областях, которые делают свою работу хорошо и не крадут, и не обманывают клиентов, и они получили такой магнит в приз. И, кстати, вот этот техник тоже был праведником. Почему? Потому что я знаю, что если человек действительно... Не то, что он бесплатно отработал, он получил деньги, но проблема не в деньгах, проблема в том, что наверняка он не обманывает. Вчера товарищ спросил меня, ты знаешь хорошего техника? Да, у меня есть такой магнит, я праведник. Поговори с моей женой. Что я хочу сказать? Есть люди, может быть, что он относится к этим 10% хороших людей, люди, которые хорошие и делают другим хорошо. Допустим, он относится к этим 10% хороших людей. Может быть, если я проведу исследование, мы не достигнем эти 10%. Так, лучше всего для нас, для страны, чтобы мы установили на ключевых позициях таких людей в полиции, в суде, людей, у которых есть, которые относятся к этим людям, у которых есть естественное стремление давать людям. Вы говорите, 10%, может быть, это есть решение наше, как общество? Нет. Почему нет? Потому что таковые не по природе. Но они не будут делать плохо. Они будут делать плохо по-другому. Как? Для них отдавать другим за счет неважно чего, это важно, как те люди, которые защита животных. Они против того, чтобы ты ел куриное мясо. Почему? Они готовы все делать для того, чтобы тебя ограничить в этом. То есть их желание давать ближнему, оно также проистекает из их эгоизма. Лишь их эгоизм так устроен. Все. Они думают, что лучше всего помогать больным в больницах, и они делают это, а всем остальным пренебрегают полностью, каждый в своем направлении. Это то, что я не понимаю. То есть не смотрите на эти вещи как на сверхъестественное явление, когда люди делают это из лучших побуждений. Сердце у всех плохое, и у хороших людей. И у хороших людей есть то же самое плохое сердце. Что плохого в их сердце? Они хотят выполнить то, что их сердце хочет.
Если случайно их сердце хочет сделать что-то ради какого-то животного или растения, то они это делают, а все остальное нет. Они готовы ради этого убивать других. Ты видишь, Гринпис, какие они жестокие, как они воюют там, в море с нефтяными скважинами. То же самое, что они думают, что это что-то. Это их эгоистическое внутреннее побуждение. Так давайте, правильно ли я понял? То есть не видеть, что в нашем мире есть кто-то не эгоист. Что он действительно хочет делать хорошо ближнему. Я праведник, это хорошо говорить, но, по сути, должен быть расчет очень и очень высокий для того, чтобы действительно сделать человеку все напрямую. Если я прихожу к нему и говорю: «Холодильник, ого, у тебя сгорел двигатель», а на самом деле там сгорел предохранитель. Да, именно он поэтому и вышел, стал праведником. И он сказал: «Это тебе будет стоить 2000 шекелей». А на самом деле это стоит полшекеля. Так большинство таких, это большинство рынка. Если человек получил магнит, что он праведник, он действительно честно выполнил свою работу, как будто он своему сыну чинил холодильник. Вопрос. У меня был такой сосед, он был водопроводчик. Вот, водопроводчик, да. Все эти вещи, когда ты находишься в безвыходной ситуации, ты в автомастерской. Но он случайно был религиозным человеком, прямым. Простой человек, простой рабочий, и вел расчет, у него был внутренний трепет. Затем он скончался. Мой сосед в Бнебраке, на улице Раби Акива. Он был очень прямым человеком. Но если бы он был премьер-министром... Нет, какой премьер-министром? Если бы он был прокурором, он не мог достигнуть этих уровней, потому что его нельзя было подкупить, он бы убежал оттуда. Он бы убежал из этого правительства, из этой полиции, из этих ключевых позиций, конечно. И его бы не поставили на эту должность, потому что невозможно с ним играть, невозможно им управлять. Чем я управляю человеком? Если я поднимаю тебя на ключевую позицию, то у меня есть на тебя уже компромат. И ты знаешь, что у меня есть на тебя компромат. Если что-то где-то, я сразу это отдам в полицию. То есть вы говорите, что система настолько гнилая, что не позволяет хорошим людям занимать ключевые позиции. Они сами туда не пойдут. Потому что быть там, это значит постоянно быть на черном рынке. Это что-то страшное. Я хочу спросить об этом человеке. Вы говорите, что все эгоисты. И он тоже был эгоистом? Что в нем было эгоистического? Вы его описываете как праведника. Он хотел получить место в раю. Так, если каждый ведет свой расчет, в этом и вопрос религии. Человек, что хотели сделать? Я не говорю, но каббала. Что хотели сделать с обычными людьми? Гарантировать им будущий мир вместо наказания в аду. Разные хорошие вещи в раю, вечную жизнь, все хорошо. Только в обмен на это ты должен жить здесь, в этом мире, 50-40 лет. Сколько у тебя есть, кроме того, что помимо детских лет? 40 лет, допустим, чтобы ты жил по-хорошему с ближним. Ну что, неплохое решение. Да, но наш эгоизм уже давно это перерос. Он уже не может нас... Его нельзя купить за эту оплату. Мы хотим оплату сейчас. Не говорите потом, сейчас. Это было когда-то, когда у нас был маленький эгоизм в нашем развитии. Тогда мы боялись. Может быть, не стоит, а я знаю, что будет. И так все общество держало себя. Для чего мне? Что я проигрываю, что я выигрываю? Что у меня будет? Больше кусок хлеба? Что и как люди жили тогда? Жили очень скромно. Поэтому ничего страшного. Сегодня
когда у меня есть самолеты, машины, возможность отдыхать и построить дом, и еще купить недвижимость в Лондоне, на Кипре, и весь мир мой. И все так. Большое желание получать, я хочу весь мир поглотить. Когда-то не знал, что это мир. Раньше не знал, кроме своей деревни, ничего. Ну, соседний город, я туда ходил на базар, и все. То есть сегодня у нас нет никаких тормозов. Сегодня мы не хотим будущий мир, поэтому вышли из религии. И те, которые придерживаются религии, они думают, что им поможет это как-то ради будущего мира, но пока что в этом мире оправдывают себя, чтобы быть не меньше или даже больше, чем светские люди. А что делать? Я, Боже упаси, никого не обвиняю. Я лишь говорю о том, что таково развитие. Это означает деградация. Поколения. Это развитие негативно? Да. Но негативное развитие, мы все находимся в этом. Поэтому нет различия между светскими религиозными и ашкеназами, сефардами и эфиопами. Сейчас говорят, что там ничего. Это развитие человека обычного, когда мы достигаем такой зрелости нашего эгоизма, что нет никаких никакого контроля. То есть эгоизм выходит из-под контроля. Это диагноз. Да хорошо, давайте пойдем вперед. Куда идет Израиль? Если эгоизм лишен контроля, мы видим, что любая модель, все, на что мы полагались, разрушается. Куда идет Израиль? К разрушению? Разрушение. Что такое разрушение? Как это будет выглядеть? Мы продадим страну. До такой степени? Да-да. Люди уедут отсюда. Они не захотят здесь жить. У них есть разные хорошие вещи за границей. Есть возможность ехать. Пока мы можем здесь как-то более-менее существовать. Но, по сути, все мы уже начинаем смотреть за границу. Куда нам рассеяться? Там не моя страна. Я живу... Какая мне разница, что там какой-то Митеран или еще что-то делает? Мне это не важно. Италия, Франция, Америка. Обама там что-то делает. Я не знаю, какая мне разница. Я живу в какой-то дыре и живу там себе нормально. Евреи устраиваются в любом месте. Мы сегодня, как граждане, можем что-то сделать? Да. Что? А иначе я бы здесь не говорил с вами. Так что? Что делать? Можно сделать революцию, но революция должна быть духовной. Революция культурная. Революция воспитательная. Прежде всего, воспитательная. Мы должны воспитывать нового человека. Кто на кого влияет? Власть влияет на общественность или общественность влияет на власть? Взаимно. Взаимно. Все находятся в одной тарелке. То есть, если одна из частей, власть обращается, подпитывается от народа, народ от правительства, от власти. Посмотрите, как люди спокойны. Посмотрите, как их ничего не беспокоит. А, этого посадили, вся прокуратура и судьи, включая больших людей в полиции и в армии скоро начнется. Вам начнут показывать, какая там коррупция. Уже в последнюю войну из-за каких-то конфликтов между Шабаком и армией все мы страдали, только из конфликтов. Сейчас вы говорите о культурной революции, воспитательной. Воспитательная революция начинается снизу или сверху? Революция должна начаться сверху. Сверху? Сверху? Тот, кто поднимается наверх, он эгоист еще больше и еще больше. Кто самый большой эгоист? Премьер-министр. Ниже – меньше, ниже – меньше, иначе они были бы на его месте. Самый большой эгоист, самый коварный, умеющий всех обманывать. Видите, как правительство формируется? И думаю, что не только в Израиле, а во всем мире так. Да, в каждом мире, я думаю, что так. Во всем мире. Каждый, кто занимает ключевые позиции, человек с большим эгоизмом. Да, так если так вы говорите, что нечего возлагать надежды на власть, так революция должна начаться снизу, да. Как она будет выглядеть? Делайте несколько общих штрихов.
нужно показать народу, обращаясь к народу, нужно показать ему, что мы можем постигнуть положительную силу, свет, возвращаясь к источнику. Что это? Это положительная сила, которая есть в природе, заложенная в природе, которую мы можем притянуть и с ее помощью исправить нашу атмосферу, себя и всех вместе. И это будет нам на благо. Мы почувствуем, что мы развиваемся, и никто не может нас остановить. Никто не может нас остановить. В этом. Как это повлияет на то, что здесь не будет коррупции? Мы изменим атмосферу, нужно дать этой силе возможность выйти, раскрыться в отношениях между людьми. И когда начинает раскрываться, все мы начинаем дышать по-другому, чувствовать по-другому, что есть здесь какая-то новая атмосфера. Эта атмосфера говорит мне, что ты обязан быть близок другим, ты обязан быть связан с другими, хорошей взаимной связи. Посмотри, как ты в этом поднимаешь себя и становишься человеком. Посмотри, как ты чувствуешь себя хорошо, у тебя повышается самооценка. Это можно сделать, и мы... Так воспитаем себя вместе и построим новые отношения в новом обществе. А что остановит эгоизм человека? Та сила, которая проявит себя. Мы раскроем ее. Она называется свет, возвращающий к источнику. Только она может против нашего эгоизма сражаться. Что это за сила? Я не понял. Это сила, как у нас есть эгоизм, злая сила, которая наполняет весь мир. У нас есть также с той же силой сила добра, называется свет высший. Мы можем раскрыть ее, связи между нами, и мы обучим весь народ Израиля, как это делать. И тогда будут некоррупционные лидеры и высокопоставленные чиновники. Да, будет такая атмосфера в народе, что не позволит таким людям приближаться к власти. Они должны будут сами пройти это изменение. Поговорим об этом в следующий раз. Спасибо вам, Равлад, на наше время подошло к концу, но мы видим, что вы оптимисты. Мы вернемся к вам еще раз, потому что я вижу это состояние как хорошее, как раскрытие зла происходит сейчас. И оно требует от нас искать хорошую силу. Нет сомнения. Большое спасибо, Равлад. Спасибо, Яль. Спасибо вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь. До свидания.